Доброе утро, друзья. И снова расскажу о пользе дыхательных практик. Насколько это важно. Давайте я вам покажу одно из упражнений. Наверное, вы заметили, как система, толкая резкие, делая резкие выдохи, да, прокачивает всю дыхательную систему, тут и кровеносная система затрагивается, и мозговое кровообращение. Я чувствую движение здесь, вот как насос, который прокачивает все воздухом, вычищает все, что не нужно, все, что лишнее. И также это упражнение делается в различных вариантах, с разными ноздрями, да, чтобы прочищать отдельные каналы, если на энергетическом уровне говорить, да, либо говорить воздушные каналы правой и левой. Вот об этом вы узнаете, вы будете практиковать, вы узнаете очень много подробностей на ближайшем марафоне, который называется «Про ясность и энергию». Про ясность. Это же упражнение. Одно из этих упражнений дает ясность ума. И это же упражнение дает энергию. За счет того, что мы улучшаем газообмен. Сами понимаете, кислород попадает в кровь. И это все улучшает энергию. Поэтому добро пожаловать на мастер-класс, который будет в воскресенье или в субботу. И добро пожаловать на марафон, который будет через неделю. Буду рад вас видеть, и вы точно не пожалеете. Даже, скажем, не сомневайтесь. Вы получите ответы на многие-многие вопросы. И я не знаю, будет ли в будущем такого же уровня марафон получится, такого же уровня, такого же по емкости, что важно, по цене, потому что цена у него очень низкая для энергетического вложения, которое вот будет на марафоне, да, со стороны организаторов, с моей стороны. Вот. И со стороны также плотности знаний, которые вы нигде больше не подчерпнете. Можете ходить на йогу там, годами, но вы об этом не узнаете, потому что просто для этого нужен опыт, практический опыт, и не только в йоге, а во многих сферах жизни, в том числе и в бизнесе, в том числе и в плавании, в том числе и в цигуне, в том числе и в медитации. Поэтому у вас есть хороший шанс узнать много-много нового, полезного за короткий срок. До встречи!